Сегодня семья свинки Пеппы едет на пикник. Что такое, папа Свин? Ой, кажется, машина дальше нас не повезет. А что случилось? Кажется, она поломалась. Какой-то странный звук в моторе. Ой, ну что же теперь делать? Сейчас я позвоню в автомастерскую к дедушке псу. Ой, отлично. Автомастерская слушает. О, здравствуйте, дедушка пес. Здравствуйте. Это папа Свин. Вы можете нас выручить? О, папа Свин, а что случилось? Да вот, мы ехали на пикник, и у нас по дороге сломалась машина. Нам нужна ваша помощь. Конечно, без проблем. Ждите, я скоро буду. О, спасибо, дедушка пес. Ждем. Не переживайте, сейчас он приедет, починит нам машину, и мы дальше поедем на наш пикник. Я надеюсь, он приедет вместе с Дэнни. Дэнни разбирается в машинах. О, может быть, и приедет с Дэнни. Ребята ждут дедушку пса. О, ура! Наконец-то он приехал. Ух ты! Здравствуйте, папа Свин. Здравствуйте, дедушка пес. Ну, наконец-то. Так, сейчас посмотрим, что у нас здесь сломалось. Да, вот, пожалуйста, посмотрите, что-то у нас. Какой-то странный звук в машине. Вот, посмотрите. Да, звук действительно странный. Ну, сейчас мы посмотрим. Хорошо, что со мной приехал Дэнни. О, Дэнни приехал, Дэнни, ура! Да, здравствуйте, привет, Пеппа, привет, Джордж, привет, Дэнни. Вот сейчас не переживайте, сейчас мы все починим. Хорошо, Дэнни все быстренько починит с дедушкой псом. Ну, давай. Ну, Дэнни, давай посмотрим, в чем здесь причина. Давай, дедушка пес. Так. Дэнни с дедушкой псом осматривали машину. Ой, папа Свин, похоже, у меня для вас плохая новость. Что случилось, дедушка пес? К сожалению, мы сейчас не сможем починить машину. Придется завести ее к нам в автосервис. Ой, а как же мы теперь поедем на пикник? Мамочка, папа, мы уже собрались. Ой, Джордж тоже хочет ехать на пикник. О, не переживайте. У меня как раз есть машина на прокат. Специально для пикника. О, отлично, это очень хорошо. Ну, тогда давайте сейчас мы вас отбуксируем к автосервису. Хорошо, дедушка пес, давайте. Ну, поехали. Поехали. Как здорово. Пеппа, тебе нравится? Да, так интересно. И Джорджу нравится. Ну, вот, мы уже приехали. Можете выходить из машины. О, отлично, мама свинка, ребята, выходите. Хорошо, папочка. Ну вот, ребята вышли из машины. Вот, папа свин, машина, про которую я вам говорил. Отличный выбор для пикника. О, да, такая большая. Интересно. О, отлично, это то, что нам нужно. Здорово, здорово, какая красивая машина. О, папа свин, интересно будет на такой прокатиться. Ой, отлично. А мы починим вашу машину, и к вечеру она будет готова. О, это очень хорошо. Ну, Пеппа, Джордж, давайте садитесь и поедем на наш пикник. Здорово! Ура, 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 поехали! Ого, ну, дедушка пес, спасибо, мы поехали. Угу, не переживайте, папа Свин, мы с Дэнни все сделаем. Спасибо, дедушка пес. О, кажется, вот здесь отличное место для пикника. Да, папа Свин, мне тоже очень нравится. Здорово, здорово! Ура! Мы нашли место для пикника. Да, Пеппа, Джордж, можете выходить с машины. Хорошо, ура! Так. Ура, ура! Ну вот, для пикника уже все готово. Здорово! Как же я люблю пикники! Да, и Джордж очень любит пикники. Да, как же чудесно, что мы все-таки попали на эту замечательную поляну. Да, папа Свин, здорово, что есть машина на прокат. Сегодня была очень хорошая погода. Папа Свин решил приготовить барбекю. Мама Свинка накрывает на стол, а папа с Джорджем играет в своей комнате. Ой, какая я красивая! Смотри, Джордж, правда я красивая? Конечно. А мне вертолет. Полетели вертолет. Папа, Джордж, скорее собирайте игрушки и пойдем кушать. Хорошо, мамочка. Папа с Джорджем собирали игрушки, но у них поломалась ихняя корзина для игрушек. О, молодцы, вы так быстро пособирали. Нет, мамочка, мы еще не собрали. Почему? Что случилось? Мы собирали игрушки, но у нас поломалась корзина для игрушек.
О, что же теперь делать? Ничего страшного. Сейчас поедим и поедем купим другую корзину. Ой, здорово, здорово, хорошо, папочка. Ну, давайте садитесь, покушаем. Все ребята сели за стол и кушали. О, теперь можно ехать. Ура, ура, поехали тогда. Пошли. Сейчас. Я пойду возьму машину. Ну вот, садитесь. Ну, поехали. Ну вот, мы и приехали. Магазин открыт. Ну, выходите. Здравствуйте, миссис Крольчиха. О, здравствуйте. Зачем вы приехали? У нас поломалась корзина для игрушек, и мы приехали покупать новую. Есть у вас корзина? Конечно, папа Свин. Проходите, сейчас посмотрим. О, хорошо. Вот корзина, Джордж нашел корзину. Джордж, это не корзина, это ящик. Джордж нашел ящик, смотрите. Оп. О, какой он большой. Да, здорово, молодец, Джордж. Пеппа, тебе нравится? Мне очень нравится, смотрите, какое я зеркало нашла. Смотрите, такое большое настоящее зеркало, давайте его купим. Конечно, Пеппа, хорошо, возьмем его. Здорово, здорово. Ну, сундук мы берем для игрушек и зеркало. А я смотрю, очень красивый большой стол. Сколько еды здесь поместится? Ой, папа Свин, ну какой он большой. Он нам не влезет в домик. Как это не влезет? Мы поставим его во дворе. И это будет наш праздничный большой стол для всех друзей. Тогда мне еще, пожалуй, корзину для фруктов. Ой, мама Свин, отличная корзина. Джордж сидит на кресле. Кресло, как у папы Свина. Джордж смотрит телевизор. О, Джордж, какое кресло. Как раз для тебя. Да, Джордж смотрит телевизор и сидит в кресле. О, отличное кресло. Давайте возьмем кресло. И отличный столик под телевизор. Мне как раз такого не хватало. Да, все отлично. Тогда мы берем. О, отлично. Сейчас я вам посчитаю. Ну, спасибо, миссис Крольчиха. Не за что, приезжайте еще. Мебель еще немножечко осталось. О, обязательно. А вы к нам приходите. Завтра на праздничный ужин с большим столом. Ой, обязательно, мама Свинка. Я приду. Ну, счастливого пути. Ну, до свидания. Ой, папочка, аккуратнее, а то стол упадет. Не переживай, Пеппа, все нормально. Ну вот, мы приехали. Разгружаемся. Выходите. Так, ну теперь нужно разгрузить машину. Так. И сундук для игрушек. Ну вот, сейчас я поставлю машину в гараж и будем расставлять мебель. Хорошо, хорошо. А пока я могу поставить свою корзину. Корзина смотрится просто замечательно. Ничего, мама Свинка, с фруктами она будет еще красивее. Потом поставим. А сейчас давайте поставим сундук для игрушек. Здорово, здорово, давай, папочка. Папа Свин занес сундук в комнату Пеппы и Джорджа. Пеппа с Джорджем собирают игрушки. Давай, Джордж, собирай. Давай. Вертолет мой. Мои сумочки. Ну вот, мы собрали все игрушки. И отлично закрывается сундук. О, здорово, молодцы. Вам нравится? Да, папочка, очень нравится. Ну, отлично, теперь поставим зеркало. Зеркало поставим в ванной комнате. Хорошо, пошли, Джордж. Ух ты, как здорово. Теперь у меня есть настоящее большое зеркало. Ну, теперь давай поставим столик. Под телевизор. Маленькое кресло для Пеппы и Джорджа. О, гостиная у нас получилась просто замечательно. И телевизор будет смотреть намного удобнее. Ну, а теперь наш большой стол. Ну, мама Свинка, смотри. О, папа Свин, отличный стол. Здесь поместятся все наши друзья. Да, стол отличный. А главное, здесь поместится много еды. Ну что, ребята, уже 9 часов, а еще всех нету. Да, еще все не пришли. Кого еще нету, ребята? Нету песика Дэнни, слоненка Эмили и зебры Зои. Что же случилось? Ну, давайте начнем проводить урок без них. Хорошо, тогда давайте. Ну, хорошо. Кто это кашляет? Это я кашляю. Что случилось, Кэнди? Не знаю, что-то я заболела. Ой, это нехорошо. Сейчас я позвоню твоим родителям, чтобы они тебя забрали. Хорошо. Ой, Ребекка, ты что, тоже кашляешь? Да, миссис Газе, я тоже кашляю.
болит. Ричард. И Ричард кашляет. Я сейчас срочно звоню родителям, чтобы забрали вас обратно. Наверное, ходит какой-то вирус. Хорошо. Миссис Газель пошла звонить родителям. Ну вот, ребята, я уже всем позвонила, сейчас вас заберут. Хорошо, миссис Газель. Ой, мама-кошка уже прибежала. Что случилось, миссис Газель? Ой, у нас, наверное, какой-то вирус. Все чихают и кашляют. Кэнди, что такое? Мамочка, я, наверное, заболела. Ой, пошли срочно домой. И будем лечиться. Хорошо. Ну все, до свидания, миссис Газель. До свидания, ребята. До свидания. Ой, мама Педро прибежала. Что случилось, миссис Газель? Не знаю, все чихают и кашляют. Педро, идем скорее. Хорошо, мамочка, иду. Пошли скорее. Вот и пришла мисс Крольчиха. Что случилось, вы заболели? Да, мамочка, мы немножечко чихаем и кашляем. Скорее пошли и будем лечиться. Миссис Крольчиха забрала Ребекку и Ричарда домой. До свидания, миссис Газель, до свидания. Ну вот, ребята, не переживайте, скоро придут родители за вами. Ну вот, уже идет мама овечка. Ой, скорее домой, все кашляют, да? Да ничего страшного. Овечка Сьюзи еще не кашляет. Ну, какой-то вирус у нас, все заболели. Ой, хорошо, что овечка Сьюзи еще не кашляет. Сьюзи, пошли скорее. Хорошо, мамочка, иду. До свидания, ребята. До свидания, миссис Крольчиха. До свидания. Ой, а где же папа Свин так долго? Не знаю, миссис Газель. Он, наверное, на работе. О, здравствуйте, миссис Газель. Что случилось? Папа Свин, какой-то вирус, наверное, у нас. Все ребята заболели. Как заболели? Пеппа, ты заболела? Нет, папочка, я еще не заболела. Джордж, ты тоже здоров? Да, папочка, я здоров. О, это очень хорошо. Я уже распереживался. Мне нельзя болеть. Я работаю на работе. Ну, хорошо. Пеппа, Джордж, поехали тогда домой. Ну, до свидания, миссис Газель. До свидания, папа Свин. До свидания, ребят. Ну вот, мама Свинка, мы уже дома. Представляешь, мадам Газель отпустила всех домой. Все в школе заболели. Да, папа Свин, я уже слышала. Звонила мисс Крольчиха и сказала привезти детей на прививку. Тогда они не заболеют. О, прививку. Это очень хорошо. Я уже начал переживать, что я тоже заболею. Нужно мне тоже сделать прививку. Ой, прививку. Я не хочу прививку. Пеппа, это совсем не страшно. Прививку я боюсь, Джордж, мама говорит, что это совсем не страшно. И мы не будем болеть. Да, Джордж, это совсем не страшно. Ну хорошо, мы тогда поедем, мама Свинка. Ты не хочешь ехать на прививку? О, давайте я тоже поеду, сделай, чтобы мы все не болели. Хорошо, тогда садись. Ну, поехали. Ну вот, мы уже приехали. Скорее выходите. Все вышли из машины и идут в больницу. О, здравствуйте. Ой, привет, овечка Сьюзи. Овечка Сьюзи тоже пришла сделать прививку. Ты что, тоже пришла на прививку? Да, я уже сделала. Смотрите, какой леденец я получила. Ух ты, здорово. А это не больно? Нет, это совсем не больно. Я теперь не буду болеть. Здорово, я тоже хочу прививку. Ну, все, тогда овечка Сьюзи можете идти домой. Ой, спасибо большое. Пошли, овечка. До свидания, папа Свин, мама Свинка. Пока, папа Джордж. Пока. Ну, Пеппа, проходи ко мне в кабинет. Хорошо, иду. Так, сейчас я сделаю тебе маленький укольчик. Давай ручку. Чик. Ой, совсем не больно. Ну вот, держи тебе леденец. Ой, спасибо. Здорово, у меня есть леденец, смотрите. Мама, папа, Джордж. Леденец, Джордж тоже хочет леденец. Иди, Джордж, и тебе мисс Крольчиха даст леденец. Хорошо, Джордж тоже идет на прививку. Ну вот, Джордж, и тебе леденец, молодец. Ты очень смелый и совсем не плакал. Да, Джордж не боится прививки, это совсем не больно. Джорджа есть леденец. О, Джордж, молодец. Ну, а теперь папа Свин пойдет на прививку. Ой, давайте сначала маму Свинку пропустим. Ну хорошо, папа Свин, тогда я пойду. Ну вот, маме Свинке сделали прививку. Чик. Ой, здорово. И папе Свину. Так, только мне легонечко, чтобы не болело. Конечно, папа Свин, не переживайте, всем делает, никто не плачет. Да-да-да, конечно. Ну давайте, я отвернусь. Чик. Ну все, все готово.
Уже? Ну да. Прививку уже сделали. О, это очень хорошо. Отлично теперь. Я не буду болеть. Ну, спасибо вам большое, мисс Крольчиха. Не за что. Приходите еще. Теперь вы болеть не будете. Хорошо, спасибо. Ну, мы тогда идем. Конечно, но... А можно и нам еще леденцы? О, папа Свин, извините. Сейчас я дам вам тоже леденцы. Держите. Ой, спасибо вам большое. На здоровье, не болейте. Ну вот, вся семья свинки Пеппы сделала прививки, и теперь они не будут болеть. Выбери следующее видео или нажимай на солнышко, чтобы посмотреть все выпуски. Выбери следующее видео или нажимай на солнышко, чтобы посмотреть все выпуски.